В период с 18 по 21 мая 2016 года Санкт-Петербург вновь превращается в юридическую столицу мира. Петербургский международный юридический форум ежегодно собирает министров юстиции, председателей верховных судов, генеральных секретарей международных организаций, представителей органов государственной власти, юридических школ из более чем 80 стран. В рамках данного события в КФУ на базе юридического факультета состоялся круглый стол, где юристы КФУ в онлайн-режиме наблюдали за международным форумом. На юридический факультет и Ассоциацию выпускников юрфака КФУ возложена миссия стать одной из площадок для представления юридического форума в городе Казани.